А ты знаешь, в какой стране мы живем? Видно. Мы живем в России. А кто самый главный в нашей стране? Военный. Глава России. Тут главный Путин. Владимир Владимирович Путин. Президент. Он работает, помогает людям и все планирует. Президент за страну нашу отвечает. Он занимается тем руководством всех городов. От него зависит все. Следить за всей страной, принимать решения. Он говорит всякие главные и очень добрые вещи. Он решает всякие важные проблемы. Их очень много. Надо иметь одну общую команду. Одно делает, другое другое. Депутаты – это кто помогает ему. Это те, кто сидят, как там это, Российская Дума, вот так. Они правят, помогают править ему страной. Тоже помощники президента. Что они тоже помогают, советуются с президентом. Говорят, как нам жить. Как нам жить, чего делать. Чтобы выбрать хорошего президента или там кого-нибудь еще, нужно хорошо стараться, и чтобы не а чтобы хорошо рассказывать и ничего не мямлить. Как выбрать хорошего депутата? Голосованием. Из всей стороны России. Просто мы должны проверить. Надо проголосовать. Тот, который лучше всех говорит, и никто не стесняется, и он очень ответственно говорит и очень хорошо отвечает, и ничего не боится. Чтобы он, ну, не очень строгим был, такой, чтобы все многое знал. Проверить его поступки надо, как он хорошо себя пишет, как человека и отличает. Надо посмотреть, хороший ли он, умный или находчивый. А они должны пройти испытания, все эти проблемы там решить, кто лучше смотрит по новостям, кто лучше решил, значит, того и голосуют. Помогать это не так уж и просто. Конечно, это же не сделал одно дело и ушел.